На часик после работы выскочил в ближайший лесок. Теперь только вот так. И попалась какая-то медалька. Вот такая вот штуковина. Интересная штука. Ну, и вот такой у нас тут лесок. Иногда копалка на час может быть в 100 раз эффективнее, чем когда ты бродишь часами по полям, лугам и чащам. Вот так вот пойдешь в лесок после работы копнуть, бабац, серебряное кольцо. Советское, наверное. Пробы есть, шов есть. Максим Максимович там зовет. Да. В городе где-то там далеко-далеко этот звук доносится 5 километров. И это я вам точно говорю. Это вот кто вот там вот шпарит. Не знаю, будет слышно на камеру или нет. Ну ладно, пока что вот звездочка. Так, ну вот и установлена примерная дата потери кольца. Рядышком обнаружена монетка 1900. Вообще не пойму. Ну, после шестидесятницы точно. Так что, вот так что. Так, Максим Максимович, я тут много разного. Ты давай последнюю. Вот это, да? Царский. 10 копеек. Какой год? 1915. 15. Отлично. Ну это все. А, это вот. Еще вот это. Угу. И где-то тут. И вот это. Последняя у чекана копейка 1990. Ладно. Сейчас я сфоткаю и тебе перстенечку покажу. Это пока пулька на часик после работы. Солнышко вон. Максимыч где-то вот там. Я решил новую местность разведать. Вот. И 3 копейки. 41 год. Прямо он даже не копал. Прямо отгреб листочки. И бабац, троечок лежит. Ну так вот. Может быть, еще что-нибудь здесь есть. Комарищи. Вот только так можно копать теперь. Вот так вот. Это копалка на час, повторюсь. И, как это обычно бывает, на час эффективнее, чем полный поход. 20 копеек серебром. Но, похоже, была маниста. Пробитая дырка. Точнее, отверстие. Вот такая вот может быть копалочка на час. Теперь внимание, знатоки, загадка. Местность. Как оказался здесь солдатик? Ну, можно сказать, почти в идеальном состоянии. 50 лет пролежать, ну пускай даже 40. В общем, находочка зачетная. Серебряная монета по сравнению с солдатиком. Еще та редкость. Вот так вот на часик копнуть. Вот такая вот тут чаща. Да. Думаю, что копалочка на часик подходит к концу. И, как мне кажется, последние 2 советские копейки. Вот. Интересно. Как будто бы ничего нет. А на самом деле, может быть. В том числе и серебро. Вообще непонятный силуэт.
грязью поросшей. Похоже на 15 копеек района 60-х. Лица не видно.